of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghost, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long she couldn't remember their names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, she never wanted to leave, never wanted to leave. High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her Вот это красота! Сейчас за кулисами все плачут, глядя на ваш номер. Денис Тагинцев, Анна Мельникова. Собственно, вот. Ну, какое я загадала желание. Ой, красивое. Спасибо тебе большое. Это хотели просто... бы поблагодарить за эту возможность. Ой, Денис, очень дорогой, приятно танцевать. Вот Анечка, чемпионка мира мне сейчас сказали за кулисами как раз в этом направлении. Неоднократно. И в этом направлении. Всегда. А вообще такое можно показывать по телевизору до 9 вечера? Это номер или это в конкурсе где-то? Это направление, которое достаточно, ну, наверное, уже лет 50, особенно за границей, популярно. Exhibition, когда элементы латиноамериканских танцев с поддержками, со сменами. И это тоже есть такие соревнования, да? Да, да, конечно. И на Блэкпуле, кстати, на легендарном проходит. Да, я на самом деле своим... партнером из Португалии. Начала танцевать 2 года тому назад. А Денис выиграл чемпионат мира со своей партнершей. Блэкпульский фестиваль, да, как раз в этом направлении. Да, фестиваль именно в этом направлении. Поэтому... Очень здорово, ребята. Ну, это вообще микс танцев. Да, это очень микс танцев, потому мне просто мне было интересно, это специально для программы было сделано, или это у вас есть в репертуаре просто? Ну, этот танец, мы вообще на самом деле вместе танцуем 3-й раз. Это такое удовольствие видеть, потому что все-таки мы называемся «Танцы со звездами», да? И вот слово «танцы» большое на экране. И вот вы воплощение, да, Гарик, да? Вы воплощение того, что такое танцы, за что мы это любим, когда без слов можно сказать абсолютно все. Можно рассказать историю так, как не расскажешь никакими словами, никакими буквами. Браво! Ребята и есть настоящие звезды этого проекта. Не только тех, кого мы приглашаем в звездном статусе, для того, чтобы они проверили свои силы на танцполе, хотя у них не было предыдущего опыта. Но и вы демонстрируете нам, и спасибо за это этому проекту, настоящее качество, планочку задаете, виртуозности, с которой может быть исполнена хореография.